Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции внесло большие коррективы в нашу повседневность. За последние полгода медицинские маски стали неотъемлемой частью нашей жизни. С наступлением осени риски заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией многократно возросли. Для предотвращения заражения вирусом и предупреждения его дальнейшего распространения необходимо соблюдать меры самозащиты, а не прежние – ношение масок, перчаток, дезинфекция рук и обязательно социальное дистанцирование. Чем меньше мы будем посещать общественные места и места с большим количеством людей, тем меньше риск заражения. Берегите себя и своих близких. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.